Добрый день, ОС. Сейчас я буду отвечать на все ваши вопросы. И хочется поблагодарить за такие классные вопросы. На самом деле они очень полезны и очень многим помогут. Какие упражнения вы используете для силы удара ног и рук? Раньше мне очень нравились резинки, занятия с резинками. Потом, когда я поехала в Ушково, я поняла, что интересная работа, которую Дмитрий Юрьевич давал с камнями, и это мне давало очень большую взрывную силу. И я считаю, что это прям упражнение номер один. Так что я желаю всего самого хорошего, самого доброго всем ОС!